техники, которые установили, там медовые, яблочные, там ореховые, когда они появились вообще, вот эти все выдумки? Когда потеряли, говорит, Господа, тогда стали искать по сторонам яблоки и орехи. Да главное, спас яблочный, спас только кровавый, другого нету. Это все выдумки. В Ветхом Завете было, праздновали день урожая, то другое. Это можно отметить. Поблагодарить Бога за то, что Он дает нам для поддержания плоти. Ну и все на этом. А тут разделили мед, яблоки, все спасом называют. Это не годится. Ну вот у нас вчера там, знаете, торговля, уже литургия началась, они давайте баночки, там пришла, торгует там медом, я говорю, кто тебе это сам, что ты торгуешь? А батюшка благословил, говорю, да ты что, я показал возле виска, покрутил, я говорю, ты что, вообще что ли безбашенная? Ну она коммерсантка какая-то, старая бабка, и мед торгует, там кто не успел взять, на стол ставит. А вы что, не будете освещать? Я говорю, да мне не надо, я освещаюсь от Христа, мне зачем этот мед-то? Непонятно. Да вот ладно, это к спасению не относится никак, никак. Ну, церковь постановила, мы принесем овощи, освятят, это неплохо. Но не надо об этом думать, что спасение какое-то. Ну, там культ, натуральный культ. Все, сразу, там, все, давайте, тема закрыта, закрыта, я ответил. Так, давайте по делу. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Никого нет, отхожу.